этом участке этого видео взяла пульсик Маша и Медведь, вы видите, вырезал отдельные участки видео и скомпоновал, ставив музыку из этого же мультфильма. Она очень милая. Ну, сейчас она побольше. Нет, она такая маленькая. Маленькая, маленькая, маленькая. Вот. Значит, этим способом можно, в принципе, сделать все, что угодно. На любую тему. Дню рождения. Сейчас я вам покажу, дню рождения делал я отдельно видео. Есть отдельная программа, и потом кому-то интересно подойдем на компьютере, посмотрим. Меняется одно пиццерп на другое. Сейчас я покажу целиком этот ролик, если будет интересно, отдадусь. Вот это уже он же с музыкой. Сейчас. Смешно. Можно еще смешнее делать. А если это лица ваши, то это вообще будет смешно. Потом фотографируйте друг друга, делайте селфи, приносите фотографии, будем их использовать. А если на мое туловище поставить голову Артура? Более того, у меня мысль такая есть на песню на Тихорецкую составочку. Там как раз какой-то морячок, он пристал, да? Морячок у нас есть, а морячка есть. Так что там можно сделать оживление. Это фото одесские взяты. Вот музыка, значит, на одесские мелодии различные. Инструментальные. Можно, кстати, спеть и вставить ваше пение. Ваш голос можно вставить, понимаете? Записать голос, вот ты песню пел, великолепно. Можно записать эту песню, потом ставить. Если зарядить, то любое время. Смотрите дальше. Смотрите сейчас внимательно. Это Александр Сергеевич Пушкин. Идешь? Тихо. Опять наш бульвар. Но периодически... Смотрите дальше. И песня опять наша. Вот видите, периодически я вставляю, так как это воспоминание о лете, я вставляю летние кадры. Кто поет? Артур. Тесов, да? Артур. Вот это еще одно. Артур поет. Значит, сейчас я вам покажу день рождения. Сейчас. А, вот что еще интересно. Вот у нас город Донецк, да? Да. Ну, вы, я так понимаю, уже родились в этом веке, в 21-м, да? Да. А вот если посмотреть, что было до того, как, вот старый Донецк. Вот смотрите, с чего это случилось. Ваш город 100 лет назад. Вот смотрите, институт. И политехнический. 50 лет назад. Это первый корпус. Это по-моему, банк, если не ошибаюсь. Вот это улица Артема, вот кинотеатр Шевченко. Артема! Вот смотрите дальше. Кто поет? Вот какие... А это бывший аэропорт наш, старый аэропорт. Это, ну что это, библиотека Крупской? Самая большая
Библиотека. Вот смотрите, сейчас я... Вот смотрите, это Шевченко, вокруг него ничего еще нет, еще строится. Вот очень интересно посмотреть отдельно фотографии. Вот это у вас была? Да, мне тоже интересно. Что вот было до того, как. А, вот гостиница Донбасс. Вот памятник был еще один. Сейчас нет. Это ГМЗ. Завод. Так, вот познакомились практически с... А, так, сейчас смотрим. Сейчас все будет нормально. Для меня просто тут седьмой, наверное, Windows, да? Или какой установлен? Операционка. Седьмой, да? Ну чего, сейчас разберемся. У меня вот на самый старый Windows. Так, вот эти фотографии, они находятся на каком диске? Мне очень интересно, пошли паузы, ну не знаю, надо было просто на него подготовиться. Так, это на D, да, Катя? Адам, Арктик. Нет, давайте вот это. Арктический обезьян. Какой? Мэрун 5. Вот это? Да. Забойная? Очень. Так, значит, есть. Теперь стили сейчас, стили со слайдов у нас скачает, и мы сделаем такую презентацию, а потом посмотрим. Вот такие делают свои презентации. Здесь можно легко очень выбирать темы, вот, каким угодно, с днем рождения, с чем угодно, все остальное. А потом уже работать с этим, уже менять что-то. Он перестал. Сейчас он не сразу все. Ты хочешь, чтобы сразу. И много там переходы различных, понимаешь? Чтобы их использовать, надо сначала их извлечь. Вот он извлекает эти переходы. 55%. Видишь? 100 будет процентов. Тогда оно откроется. Сейчас. Оно приступ будет сейчас. Он еще побежал. Катюша, а вы.